Ну а ледоход в ближайшее время должен окончательно пройти территорию Якутска, и тогда по направлению Якутск-Нижний Бестях начнут курсировать паромы. Как идет подготовка к перевозке пассажиров, расскажет Евгений Тайтонов. С причала паромной переправы Мархинка по направлению Якутск-Нижний Бестях будут курсировать 4 парома судоходной компании «Якутск». Все подготовительные работы навигационному периоду на причале закончены. Каждый год работы проходят это по поднятию причалов, то есть подготовки перед ледоходом, то есть подготовка полная. В этом году мы вводим 3-й въезд, то есть на паромный причал. Это для большей пропускной способности, чтобы больше автомобилей, пассажиров вмещалось. На данный момент все судна компании находятся в акватории речного порта. Олег Машинский на флоте работает уже полвека. В 1966 году начинал матросом, а сегодня он капитан парома номер 5, который был построен еще в 1975 году Жайтайским судоремонтным заводом. Сейчас идет у нас сдача судов в эксплуатацию, приемка Роспотребнадзором. Вот сегодня прошла приемка Роспотребнадзору, предъявлялись. И теперь у нас остается только вот ждем, как освободится река от льда, и уже можем выходить непосредственно работать. Судно готово полностью. После прохождения ледохода на 3-й день будет объявлена навигационная обстановка, и суда начнут курсировать по линии Якутск-Нижний Бестях. Тарифы останутся на прежнем уровне. Евгений Тайтонов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.